Нынешняя встреча проходит на детской площадке, но вопросы здесь обсуждаются совсем не детские. По программе «Мой подъезд» в Ленинском районе в этом году планируется отремонтировать 193 общих помещений в многоквартирных домах. Два корпуса дома 23 по проспекту Ленинского комсомола также вошли в губернаторскую программу. Заместитель главы подробно объясняет жителям, что ремонт – дело коллективное. Самое главное, это вот инициативная группа жителей контролирует этот процесс. И после того, как работы только приняты, мы производим оплату. Поэтому я прошу вас очень внимательно включиться в эту работу с тем, чтобы нам успеть вот в эти периоды завершить ее и получить, самое главное, финансирование от Московской области. Но одним обсуждением ремонта подъездов встреча не ограничилась. Жители поднимали самые разные темы, от вопросов, касающихся капитального ремонта, до нюансов новых правил вывоза мусора. Александр Евгеньевич очень грамотный чиновник, замглавы, он разбирается в вопросах ЖКХ хорошо. Мы приходим к людям, чтобы объяснить и разъяснить ситуацию, и чтобы они со своими чаяниями и требованиями непосредственно вот могли чиновнику сказать в глаза, что они хотят. Это все записывается и реализуется потом. Дискуссионный клуб под открытым небом продолжался больше часа и, судя по всему, пришелся жителям по душе. Впечатление оставило очень приятное впечатление. Если все это будет сделано, что он обещает, то нам будет жить еще лучше. Главная ценность этих встреч в том, что все пожелания жителей тщательно фиксируются. Любая просьба или вопрос не остаются без ответа. Валерий Николаевич Венцель дал такое поручение изучить ситуацию в целом и посмотреть, где мы в каких ситуациях не дорабатываем. Вот, в частности, сегодня вопрос стал о работах капитального характера по линии фонда капремонта. И мы завтра же буквально внесем поправки на 2020 год с тем, чтобы принять решение по утеплению вот двух корпусов дома 23 на ПЛК. Подобные встречи представители руководства муниципалитета с жителями стали уже традиционными и проводятся на постоянной основе. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.